краткий комментарий по матчу. Ну, я уже говорил, как бы, о турнире. Такой турнир нужен, тем более это предсезонный турнир. На паркете покрытие, можно сказать, менее травматичное. Для футболистов, которые сейчас находятся в отпуске, это оптимальный вариант проведения турнира. Что касается игры, то команда «Буран Ресурс» собрала ребят довольно-таки мастеровитых, которые прошли школу высшей лиги, экстралиги. Молодые, которым еще, мне кажется, в будущем делать украинский футзал. Что касается команды «Молодые регионы», то эта команда находится на правильном пути. Она прогрессирует. Тренер, я думаю, делает такой точечный подбор игроков, которые впоследствии должны пополнить и «Буран Ресурс», и команды, лучшие команды города, и лучшие команды Украины. В первом тайме был забит быстрый гол, и был ощутим прессинг вашей команды. Какая установка была на игру? Установки как таковой не было, потому что ребятам нет смысла рассказывать, как играть в футзал. Все собрались игроки, понимающие язык футзала. Вот, и как бы четверка сама уже регулировала ход событий. То есть пошли в прессинг, значит, пошли все в прессинг, и все доработали до конца, и это воплотилось в гол. Что касается дальнейших, как бы, ведения игры, все играли, я могу сказать, не на 100% своих возможностей, но обыграли за счет, действительно, за счет мастерства. Спасибо.